Сотрудники госавтоинспекции Заречного пытаются выйти на след пока неизвестного автоубийцы, который, предположительно, за рулем серебристой иномарки в субботу 9-го на рассвете в 7 часу утра мчался по Тюменскому тракту в сторону Екатеринбурга и под Белояркой налетел на заглохший автомобиль индийской марки «Тата». Избил мужчину, который пытался его отремонтировать. Неустановленный водитель на автомашине, предположительно, Hyundai Accent серебристого цвета 2008 года выпуска, допустил наезд на пешехода 74 года рождения, а также настоящее транспортное средство, после чего скрылся с места происшествия. Смертельно травмированного пилота «Таты» на реанимобиле доставили в 36-ю больницу, но, к сожалению, он недолго задержался на этом свете. Хотя, казалось бы, при дорожной поломке обезопасил себя насколько мог, когда автомобиль в лютый холод заглох на проезжей части. 49-летний мужчина выставил знак аварийной остановки и набросил на плечи жилет со световозвращающими полосками. Пилот бешеной легковушки удрал, но оставил на месте смертельного наезда кое-какие улики. Вероятнее всего, он заметил заглохшую машину в самый последний момент и, судя по обломкам, уходя от удара, крутанул баранку влево и в заносе налетел на «Тату» задним правым боком, оставив на месте нечаянного дорожного злодеяния осколки разбитого стекла и обломки заднего правого дефлектора, пластикового козырька, защищающего стекла автомобиля от дождя. На основе этих обломков и осколков дорожные инспектора и смогли выдвинуть предположение не только по поводу марки авто, но и ее возраста. Госавтоинспекция взывает к разуму беглеца с рекомендацией самому прийти в полицию с повинной. А тех, кто знает что-либо об этой смертельной аварии, нужно позвонить в дежурную часть полиции Заречного по номерам, которые у вас на экранах.